Тепловизор Testa 875i очень прост в использовании. Управление осуществляется при помощи 5 кнопок. Включается и выключается прибор нажатием кнопки On-Off. 5-позиционный джойстик используется для навигации по меню. Кнопка Escape предназначена для возврата к исходному экрану. Также тепловизор имеет 2 кнопки, которые могут быть запрограммированы для быстрого доступа к одной из функций. Съемка термограмм осуществляется нажатием кнопки «Спусковой крючок», расположенной на передней части рукоятки тепловизора.